результати exit poll 72,7% Володимир Зеленський і курс на євроінтеграцію. І я вважаю, що нам вдасться цей процес пришвидшити, тому що багато в євроінтеграції залежить від того, що робиться в самій Україні. Тобто, наскільки ми наближаємося за внутрішніми стандартами до стандартів Європейського Союзу. І це стосується і захисту прав людини, і економіки насправді, тобто багато чого. Цей порядок денний має включати в себе як антикорупційну складову, тобто ми маємо тут показати серйозний прогрес, без цього до нас довіра не як внутрі країни, так і назовні ми не відбудуємо її. От, реформа правоохоронних органів. Ну і, звичайно, далі рухатись по економічних реформах. Вони будуть непростими, але їх необхідно робити, щоб залишатися конкурентоздатними. Ми зробили це разом. Это законопроект о народовладии, это законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, судей, президента, закон об импичменте и закон об отзыве народного депутата и многие другие вещи, которые нужно будет пытаться, по крайней мере, имплементировать и принять в действующем парламенте. Если этого не произойдет сейчас, то следующий созыв парламента, я уверен, проголосуют за эти законопроекты. Подивіться на нас. Усе можливо. Не менше 100 гривень за годину. І ви побачите, вони вже думають про вибори в Верховну Раду. Про те, що знову кинуть гроші, куплять людей, і знову будуть олігархи, будуть панувати Україною. Одно дело выиграть выборы, совсем другое дело даже ломать систему. Это тоже определенная технология. И вот проблема с кадрами, это будет главный вызов и препятствие для эффективности политики самого Зеленского и его новой команды. И, конечно, потребуется время на то, чтобы приобрести опыт. Потому что на сегодня Зеленскому объективно не хватает просто даже элементарных знаний и понимания того, как работает государственная машина в Украине и как работает система международных отношений. Это такое поколение Пепси, джинсов и Голливуда, и поколение шоу. И поколение социальных сетей. Он действительно президент постмодерна. И это будет совершенно иная стилистика президентства, чем у всех его предшественников. А вот насколько она будет эффективной, как ее будут воспринимать, это пока вопрос открытый.